Евгений Олегович, скажите, а вот ушки, их надо каким-то образом... Нет, там... ушки однозначно закрывать не надо. Нет ничего опасного в том, что вода попадает в уши. Просто после купания можно будет сделать ватную трундочку, вставить ее в наружный слуховой проход, и вата гигроскопичная насосет воду на себя, и таким образом вода уйдет. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.